второй период пройдет по времени, да, сколько он займет. Это гол! Мяч пересекает ленточку. Это Дотинье. Фантастический удар одного из ветеранов команды. Как пробил Дотинье. 1-1. Спартак недоволен. Спартак спорят, но опять же я... Опять же, я склонен капитану здесь полностью доверять. Давайте смотреть повтор. Ну вот даже по трезвонию, мне кажется, всем было видно, что мяч именно вылетел из ворот. Жалко, что пробил Дотинье сейчас в левые ворота.